Эй, я приветствую тебя и поздравляю. Беременность – это волшебное время для вас двоих. Невероятное путешествие. Но при всей яркости и богатстве эмоций и переживаний, оно бывает довольно непростым. Оно почти всегда очень непростое. И нам, женщинам, необходимо заботиться и поддерживать себя. Поэтому я хочу поделиться с тобой этой небольшой аромамедитацией для беременных. Цель этой медитации – поддержать, помочь тебе найти ресурсы, освободиться от напрасных тревог и почувствовать контакт с твоим малышом. Для этой аромамедитации нам понадобится эфирное масло розы. Если у тебя нет этого масла, попробуй просто вспомнить аромат розы. А сейчас постарайся найти удобное, тихое место, где тебя никто не потревожит и где можно уютно прилечь или присесть. Почему мы используем именно розу? Потому что именно это масло поможет на самом чистом уровне подключиться к твоему женскому началу. Оно снижает стресс и тревогу, наполняет сердце радостью и нежностью и любовью. Итак, мы начинаем. Убедись, что тебе удобно, и ты можешь полностью расслабиться, оставив в стороне все заботы. Нанеси, пожалуйста, масло розы на запястье. Разотри немного и сделай несколько глубоких вдохов и длинных выдохов. Возьми еще небольшое количество масла на ладони, потри их, чтобы они были теплыми, и положи ладони на живот. Поздоровайся с твоим малышом. Скажи ему, что ты его мама и сейчас думаешь только про него и ничем больше не занята, что это ваше время вдвоем. Легкими, приятными круговыми движениями по часовой стрелке помассируй низ живота. И начни представлять, как ему или ей там приятно, комфортно, тепло и надежно. Поднеси руки обратно к носу и сделай еще несколько глубоких вдохов. Если хочется, можно добавить еще масло розы и погладить свое лицо, лоб, область третьего глаза. Это очень нежное и благородное масло. Продолжая делать глубокие вдохи и длинные выдохи, убедись, что по всему телу тебе совершенно удобно, и постепенно закрывай глаза. Почувствуй приятное расслабление, как оно растекается по всему телу, наполняя каждую клеточку легкостью и негой, начиная с макушки головы, распространяясь на лоб, затылок, уши, челюсть, все расслабляется. Этот поток блаженства спускается по шее к плечам, рукам, локтям, в кисти рук, опускаясь в каждый пальчик. Еще глубокий вдох и длинный выдох. И твоя грудная клетка открывается и дышит. Отпускаем все напряжение и тревоги. И клеточки, которые были сжаты, так суетились и тревожились, с благодарностью расширяются и танцуют. Может быть, они танцуют вальс. Может быть, у этой приятной волны есть цвет. Возможно, это розовый с золотым отливом. А может быть, белый. Как ты видишь его? Волна спускается вниз живота, в бедра и колени, перетекая в ступни и пальцы на ногах. Почувствуй каждый пальчик. Сейчас тебе так приятно, как будто все твое тело такое легкое и воздушное,
подхватила волшебная волна. Волна из лепестков, розовых лепестков. Они слетаются отовсюду к тебе, к вам обоим, и подхватывают тебя со всех сторон, поддерживают. Продолжая глубоко и спокойно дышать, нарисуй в своем воображении эту картину. Это волшебные лепестки, они знают, где, в какой части тела тебе нужно особенно помочь. С любовью они окутывают тебя. А сейчас перенеси свое внимание в низ живота. Можно положить туда руки. Вот он там, твой сладкий малышек. Может быть, еще совсем крошечка. Может быть, он еще с размером с чечевицу, а может быть, уже большой, и ты даже чувствуешь его. Это не важно. Важно, что он там, и что он чувствует твою любовь, тепло и нежность к нему. А сейчас представь себе свою матку, в которой располагается ребеночек. Представь ее как большой розовый бутон с красивыми, идеальными лепестками. Они заботливо сложились вокруг ребеночка, защищая его от всех тревог. Он там, в мамином бутоне, чувствует себя идеально, комфортно, получает все, что ему необходимо, развивается и растет. И бутон растет вместе с ним. Эй, это настоящее чудо происходит с вами здесь и сейчас. Мысленно скажи ему все, что хочешь, как ты ждешь его и как ты ему рада. И как у вас вместе все здорово получится. И беременность, и роды. Вы вместе поможете друг другу, и все будет просто замечательно. И это совершенно нормально, если ты не всегда чувствуешь себя на все 100 в это непростое время. Может быть, иногда тебе грустно, может быть, физически бывает тяжеловато. Отпусти все это. Это так естественно и понятно. И твой малыш понимает тебя. И он с тобой. А ты с ним. Он же твой человечек. И все хорошо. Ты не одна. А эти волшебные розовые лепестки вокруг – это выражение высших сил, которые с тобой, они за тебя. Они сделали так, что в твоем теле развивается чудесный малыш, и они помогут тебе на протяжении всего этого пути. А когда настанет момент, лепестки бутона матки откроются и выпустят малыша в мир с заботой и любовью. Будь открыта принимать помощь, как только она понадобится тебе. Пространство за тебя, за вас. Оно отвечает на все твои нужды. Доверься ему и ничего не бойся. Улыбайся себе, своему волшебному, сильному телу, которое вынашивает новую жизнь. Улыбайся твоему новому человеку. Скоро вы встретитесь. Еще минутку представь себе это волшебство, которое происходит здесь и сейчас. Все твое тело в лепестках. Твоя матка – розовый бутон. И твой малыш окружен любовью и заботой. Итак, скажи спасибо своему невероятному сильному телу, каждой клетке, которые творят чудо. Спасибо твоей матке, которая вынашивает новую жизнь. Спасибо малышу, который твой, который чувствует твое тепло и любовь, который вместе с тобой в этом сказочном путешествии под названием беременность.
Спасибо высшим силам, которые за тебя и всегда с тобой. Постепенно возвращайся в то пространство, где ты находишься. Отдохнувшая, легкая, спокойная. Когда тебе захочется, открывай глаза. Только когда ты будешь готова. Старайся никуда не торопиться и не напрягаться. Беременность – это то время, когда тебе наиболее важно сохранять мягкость и легкость. И никуда не торопиться. Во всем, что ты делаешь. Постепенно. Наслаждайся каждым мгновением. И у тебя есть эта аромамедитация каждый раз, когда есть желание или необходимость снять стресс и почувствовать поддержку. Можно поделиться ей с другими беременными. Спасибо. И пусть улыбка, легкость и нежность все время будут с вами.